В жилом массиве поселка Козелковская станция на нескольких улицах проезду спецтехники мешают мусор и бетонные блоки, которые здесь время от времени появляются. Разобраться в ситуации приехали представители МЧС и сотрудники администрации Красноглинского района. Улицы перегораживают кучами, цепочками, шлагбаумами, блоками, для того, чтобы не могли люди проезжать. Мы убираем их. Срезаем, видно, что срезаем шлагбаум, срезаем цепочки, все убираем. Но они вырастают по новой. О том, что перегораживать проезды незаконно, жильцам напомнили сотрудники отдела надзорной деятельности по Самаре областного главка МЧС. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе проводят регулярно. Эти дороги предназначены для проезда пожарной техники. Вот жильцы перекрывают их цепями, блоками, наваливают кучи строительного мусора. И мы с этим вот стараемся бороться. Многие жильцы и дачники как раз не рады тому, что соседи ставят на дорогах незаконные блоки, а люди направляют жалобы через портал госуслуги. Проезды должны быть свободные. Мы дачники, как бы ездим на наш дачный массив, живем там. У нас там и старые, и дети, как говорится, люди разных возрастов. Мало ли что-то случится. Мы обращались в администрацию. Спасибо, они реагируют, они как бы делают дело. Мусор, бетонные блоки убрали с проезда на улицах Проходной, Отрадной и Рощинской. Проверяющие напоминают, что перегораживать их не просто незаконно, но и опасно для жизни, поскольку в нужный момент могут не проехать машины скорой помощи и пожарной службы. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Григорий Плешаков. События.